Наверное, у каждого случалась ситуация, когда вы пачкались несмываемым маркером. Стереть его с кожи – это полбеды. А в доме, где есть маленькие дети, эта проблема очень актуальна. Стоит только взрослым на секундочку отвернуться, как следы маркера тут же оказываются на полу, ковре и дверях. Удалить его с таких поверхностей очень сложно, но это лишь потому, что вы попросту не знаете, чем его устранять. Выведение пятен займет определенное время, поэтому не стоит надеяться, что они исчезнут моментально. И еще одно. Если на испачканной поверхности уже находится искусственный краситель, будьте аккуратны, чтобы не повредить лак или краску.